курсе. Сейчас я вам покажу настройки NVIDIA, которые помогут вам настроить вашу видеокарту для игрушка ESGO. Ну и конечно же повысить FPS, куда без него. Также на днях на этом канале выйдет еще пара видосов по повышению FPS. Так что обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Погнали! Как мы видим, мой FPS сейчас в районе 300. Как видите, сейчас мой FPS около 360, да, это после тех этих настроек, так что они реально помогают. И это не кликбейт. Давайте перейдем к своему способу. Для того, чтобы перейти к настройке, правой кнопкой мыши по рабочему столу, панель управления NVIDIA. Управление параметрами 3D, программные настройки. Здесь выбираем Counter-Strike Global Offensive и выставляем настройки, как у меня. Я не хочу сильно затягивать ролик, поэтому вы можете сами посчитать о значениях этих функций, если вам интересно. Нужно просто кликнуть один раз по функции, которая вам интересна, и снизу будет написано, что она делает. В принципе, этого должно быть достаточно, чтобы повысить FPS на 30 минимум. Также здесь можно отрегулировать параметры цвета рабочего стола. Этот вот пункт в дисплее находится. Цветовая интенсивность советую ставить на 100%. Яркость около 50, но не 100, потому что это будет ужасно. Контрастность тоже не больше 50, но максимум там 55. Ну а следующие настройки я вам покажу, если этот ролик наберет 20 лайков. Также на днях на этом канале выйдет еще пара видосов по повышению FPS. Так что обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока. Как красиво пепел носит по салону, возят пацаны кругами, расплываются районы. Ни о чем жалеть не буду, что оставил, небо скроет.